Давным-давно, еще в Советском Союзе, кажется, у всех были вот такие одинаковые Дедушки Морозы под елками. Вот этот выпущен аж в 1966 году. Те, у кого не сохранился такой раритет, смогут увидеть вещи из прошлого века на специальной экспозиции, которая сегодня открылась. В Иркутске нарядили первую новогоднюю елку как раз в день рождения главного волшебника Деда Мороза. Украшенная зеленая красавица стоит в усадьбе Сукачева, а значит, и игрушки на ней с историей. Жила когда-то в Иркутске такая вот замечательная женщина, балерина, артистка Лития Евгеньевна Архангельская. Встречавшись с сотрудником художественного музея, она предложила в дар принять все то, что могло бы заинтересовать сотрудников музея, в том числе и вот эту вот достаточно большую и разнообразную коллекцию елочных игрушек. Коллекция насчитывает 72 экспоната. Это разнообразные елочные игрушки 30-х, 50-х, 60-х. Немножечко есть экземпляров и более поздних времен. Елочные игрушки сделаны из картона, из ваты, некоторое количество стеклянных. И игрушки, которые отражают различные направления, популярные для советской промышленности, для советской мысли. Когда полетел Гагарин в космос, конечно же, тут же появились игрушки-космонавты. Хрущев с его призывами увеличить там, поголовье скота и урожай, естественно, тут же получили отклик в виде игрушек. К сожалению, клейма на них не сохранились. А единственный предмет, на котором есть действительно указание на фабрику-производитель, это вот этот вот старинный Дед Мороз, на котором четко написано, что это Иркутская фабрика игрушек.